Благодаря возрождению Крестовско-Ивановской ярмарки в Шадринском районе началось и восстановление храма Иоанна Предтечи. Пожертвования со стороны прихожан поступают практически постоянно, что играет немаловажную роль в его постройке. Как отметил губернатор области, наши земляки движутся в правильном направлении. Восстанавливаем только добрые, хорошие традиции Крестовско-Ивановскую ярмарку, но и по нынешним временам очень хорошими темпами стараемся сделать все возможное, чтобы восстановить вот это святое место, вот этот храм. Я думаю, что все те посильные пожертвования, которые каждый может вложить для того, чтобы этот храм в самое ближайшее время восстановить, люди сделают. И вот эти благие дела никогда не будут забыты. Самое главное, чтобы это происходило от души, а не на играх. Это самое, на мой взгляд, важное и ценное. Уже сейчас перед храмом отремонтировано крыльцо и сделаны новые купола. Постепенно восстанавливают помещения и многие другие вещи, о которых нам более подробно рассказал иерей Константин Стерхов. За этот год самое главное, что мы сделали, это произвели штукатуривание храма внутри. Храм стал белый, сменилась акустика, появился новый звук, стало намного чище. Сейчас буквально в эти дни перед ярмаркой изготовили строители крыльцо, продолжают, это еще не закончено. Также появились новые иконы в храме. Ну и самое главное, что приходят люди. То есть количество прихожан возрастает. Может быть, какой-то вклад это вносит и ярмарка проводимая, но в большей степени это, конечно, молитва людей. По молитвам людей происходит и восстановительная работа, приходят и благодетели, и таким образом и происходит возрождение этого храма. В рамках ремонта храма в ближайшем будущем планируется постройка купальни. Все это для того, чтобы каждый человек смог набрать и облиться святой водой. В такие восстановления и новшества мало кто верил, но коренные жители окрестных селений не сомневались в том, что вновь развернутся ярмарочные гуляния. Был с первой ярмарки, я пришел первой, немножко так собиралось народу, там участочек такой был. Второй год побольше, прошлый год еще побольше, значит. А нынешний год, смотрите, областную сделали, как это? Сон вот мне приснился, вот приснился, что возрождение будет. Я своим детям сказал, так они родственники, так они надо мной смеялись. Это было, это должно получиться в 91-м году, не в 91-й год пошел, я говорю, в 2091-м году. Это сколько пройдет еще, чтобы раз это все получилось.